В общем, решил еще один видосик записать. Тот оборвался, к сожалению, у меня рабочий стол не записывался. Вот, бегаю с минками. Раньше я бегал с противотанковыми гранатами. Вот с такими. Но фарма с ними вообще никакого. Но я там за карту я получал там 500, хорошо, если 1000 серебра. Хотя я даже и танки взрывал. В общем, они не окупаются совершенно. Вот, мины другое дело. Минки можно поставить, убежать там. Либо и когда и перед тобой танк также, блин, перед ним стоишь, все, давай, до свидания. Вот, так что мой выбор пока вот минки с собой таскаю. Мосинка топовая, все топовое для солдата. Для снайпера еще будет потом доступно еще один ствол более мощный. Там 110 урона получается вместе с ним. Ну, естественно, 8-кратный прицел. Вот, денежки я никуда не трачу. Я коплю на прицел. Там будет сотка, наверное, нужна будет. 100 тысяч стоит 8-кратный прицел. И где-то полтос нужно будет на ствол. Так что сейчас я экономлю, стараюсь фармить. Так, ну давайте опять на деревне. Люблю играть на деревне. Нормальная карта мне нравится. Битвы недолгие, там примерно обычно всегда 20 минут. Не люблю играть на глобалке, потому что это на 40 минут или на час, очень нудно. Не нравится. Так, ну на этот раз против немцев. Против немцев. Немцы, кстати, они поумнее обычно, чем америкосы. Хотя вот судя по пингу, вот с третьего места по последнего чуваки, они скорее всего америкосы. Потому что пинг у них красный, скорее всего, это и с гейропа откуда-то, наверное, по-любому. Ждем-с, ждем-с, ждем-с. FPS сегодня хороший. Меня, кстати, удивляет в этой игре то, что FPS здесь зависит от нагрузки сервера этой игры. У меня бывает даже 100 FPS. То есть, ну, как это может быть, если эта игра постоянная, и тут херак 200, то 100. То есть, весь FPS, он не только от вашего компьютера зависит. У меня, возможно, и мощный, ну, такой чуть выше средней мощности компьютер, ну, почему тогда он скачет от 200 до 100? А прицел, когда я включаю, бывает вообще 40 FPS, я вообще попасть не могу. Так, ну что, понеслась. Понеслась. Теперь мы на другой стороне. Вот эта сторона мне даже больше нравится. Всегда респы, блядь. Далеко от базы, блядь. Бегаю за этими велосипедами. В будущем хочу себе купить мотоцикл. Ну, у меня на немце есть. На снайпера. Да ёпарсете, шо я пьянь какая. Я вообще на него не потратил. Хожу с толстокожим, мне очень нравится. Так, тут, походу, развалин. У нас тут стреляет. Так, ну чуть-чуть подождем. Десант, конечно, заебет на этой карте. Я буду бегать, как угорелый. О! Да ладно. Вообще и убил, еще и вообще велик угнал, вообще. Пойдем минки поставим.
О, привет. Снайпер. Еле-еле выцепил, жесть. Конечно, за немцев прикольнее за солдата играть, потому что у него шестикратный прицел. Здесь гораздо сложнее. Так, надо спиздить его. Он сейчас пойдет мстить. Подожду. С 8-кратным вообще прекрасно играть. Вообще увеличение супер. Ну что ты такой пассивный, снайпер? Неужели ты мне отомстить-то не хочешь? Еще мне не нравится в этой игре, потому что когда ты подбираешь чужое оружие, и если ты меняешь, ну, допустим, вот я на мину свое поменяю, я его выбрасываю. То есть я не понимаю, почему так сделано, почему он на плечо не вешает дополнительное оружие. Почему он выкидывает? Давайте вот его кинем. Ну, запрыгну, позиция не нравится. Да ладно. Да ладно. Ну вот, отлично. Вот, хватило сил запрыгнуть. Вот тут позиция прям вообще шоколадная. Прямо с базы можно стрелять по бэшке. О, о, я десант. Да, кстати, еще прикол. Вообще угораю каждый раз. Вот я стреляю. Это болтовку, он должен доложить один патрон. Но он перезаряжает 5. Ну это пиздец, ребята. Куда разрабы смотрят? Кстати, от бедрухи нормально стрелять. Частенько попадаю. Во, взорвал кого-то. Мой, блядь! Сука, еще и на бета. Сука, дал верить мой. Что-то ситуэйшн какая-то непонятная. Сколько С? А, у нас даже их не С, но нормально. На башку. Давай, тушься, детка. Сейчас у них десант по-любому прилетит. Давай, пиздуй нахуй. Хотят уже больше идти. Бежали, наверное, свалиться. Опа. Братюнь. Да ладно. Братюнь, ты где? Опа, она. Матака. Ваншотит даже в ноги. Хаос килла толстый кожу.
Опа. Да ладно. Дерзкий. Сам, оптика вообще решает. Не в своем ушку, ни черта не видно. Прокачать мосинку, конечно, это надо нервов, не знаю, мешка 3, наверное, примерно. Потому что ты, когда начинаешь играть с нее, чтобы тебе убить человека, это нужно 3 патрона. А если это толстокожий, то 4. Вы представляете? Это у меня сейчас курок, это я быстро стреляю. Там вообще слоупочно все. Скорее всего, из-за нашего десанта. Кстати, давайте на удачу. Давай, бахнем, бахнем. Ну, ладно, хочешь, давайте шьем. Ха, на велосипеде. На, в затылок, нахуй, немец, ебаный, блядь. Сейчас снайпер прибежит меня, блядь, убивать. Эх. Что у тебя? С автоматиком ты справишься со мной на расстоянии. О, кстати, снайпер приехал. Блядь. Да ладно, толстокожий, блядь, ненавижу вас. Ну вот, 11-2. О! Ха, тот, блядь! Ха, сука! На мотоцикле взорвался, блядь. С глазами. Ну давайте опять 5. Все, всем спасибо за просмотр.